Всем привет, добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет крайне необычным, как для вас, так и для меня. Я буду делать мой особенный аромат еще более особенным, еще более таким персональным. Это аромат Мицука в туалетной воде. Я вот уже отклеила наклейку. Вот такая у меня наклейка. Это туалет Мицука Герлен. Это современная версия. Я не знакома с Мицука в винтаже. Только мечтаю. Почему я решила сегодня украсить, расписать свой флакон, сделать его еще более таким особенным для меня? Потому что красавице Мицука в этом году исполняется 100 лет. В 1919 году Жак Герлет создал вот этот вот великолепный аромат. Великолепный шипр. Великолепная, роскошная, фруктовая композиция шипровая. И вдохновил его на создание этого аромата его друг Клод Феррера, который написал роман «Битва». Когда Жак Герлен прочел эту рукопись, он решает, ну, он находился под огромным впечатлением и решает сделать аромат, создать аромат, посвященный именно этой рукописи Мицука. Аромат Мицука. Мицука в романе – это жена японского адмирала. И роман, сюжет романа «Битва» происходит во время русско-японской войны. И во время вот этих событий Мицука встречает британского офицера. Британского офицера влюбляется в него, но война есть война, на войну уходит и муж Мицука, и британский офицер. И, к сожалению, оба погибают. Оба ее мужчины погибают. В знак траура Мицука до конца своих дней носит белые одежды. И автор не раскрывает до конца, по кому она скорбит, или по мужу, или по своему британскому офицеру. Так что это вот такая загадочная японская душа, женская душа, такая вот история. Эта история как раз послужила вдохновлением для Жака Герлена и созданием вот этого прекрасного цветочного шипра Мицука, который уже 100 лет будоражит умы, восхищает, пленяет, ну, он великолепен. Один из самых моих любимых ароматов в моем шкафу. И давайте начнем. Я хотела бы сегодня нарисовать вот образ Мицука, как я ее вижу. Я нарисую ее маркером. А потом уже добавлю красок. Так, давайте начнем. Будет у меня вот такая Мицука. Прекрасная японка, загадочная. Потом уже сверху этого маркера я нанесу краску. Я хотела нарисовать ее акрилом, но у меня не хватает акриловых красок, к сожалению, в моем рационе, скажем так. Поэтому это будет смесь акрила и масла. Вот это я так ее вижу. Загадочная японка. С такой вот высокой прической. Черные волосы. Опущенные глаза, тонкие брови, носик. Так, вот такая у нас получилась девушка Мицука. Одежда будет у нее белая. Так, сейчас я постараюсь, попробую. Я этого не делала. Я попробую сделать, добавить тон ее прекрасному лицу, лицу и шее. Для меня аромат Мицука, ну, как я уже говорила, да, очень загадочен, пленительный, стильный, необыкновенный. Я познакомилась с ним достаточно давно. Как я уже говорила, он у меня в туалетной воде. Поэтому
я мечтаю, конечно, о парфюмированной воде. О парфюмированной воде, но больше всего я мечтаю о парфюме. О парфюме Мицука, к сожалению, в Сиднее я пока не нашла, где я могу его приобрести, купить. Может быть, закажу кому-то его из Москвы привезти для меня. Напишите, пожалуйста, если вы пробовали Мицука в парфюме, как она. Конечно же, отдельная мечта попробовать Мицука в винтажной версии со всеми мхами, которые еще были в аромате, присутствовали, да? Сейчас многие ароматы видоизменяются. Мне писали, что современная туалетная вода ничуть не хуже, чем... Ну, как бы она, конечно, проигрывает, но вполне себе ничего. Напишите мне, если вы знакомы с другими версиями этой чудесной композиции. Мне будет очень интересно вас почитать. Я долго думала, что нарисовать на флаконе. Сначала хотела нарисовать просто что-то абстрактное в качестве цвета, потому что Мицука для меня, она аромат такого, знаете, голубого оттенка, голубовато-серого, наверное, голубовато-серого оттенка, немножечко грустная. Вообще он такой драматичный аромат. Каждый раз раскрывается абсолютно новыми нотами, абсолютно новыми какими-то нюансами. Так, сейчас мы ее промоем. Кисть абсолютно новыми нюансами. И сделаем ей небольшие такие придадим небольшую такую цвет. Очень сложно говорить и записывать видео одновременно. Поэтому не обижайтесь, если я буду какие-то моменты молчать. Потому что я просто забываю, что нужно говорить. Рука дрожит. Делаем ей немножечко розового здесь. Очень я люблю Мицука носить в прохладную, дождливую погоду. Она, как ни один другой аромат, хорошо раскрывается в дождь. В такое, знаете, пасмурное, такое тоскливое, может быть, немножечко время. Она прям звучит очень так нарядно, гармонично, нарядно. Гармонично и очень нарядно. Тут у нее ушко красивое такое, ушко. Давайте обозначим ей носик. Здесь у нее будет подбородок. Такая вот девочка Мицука. Красивое имя, японское. Кого она все-таки ждала? Никто так и не узнает. Загадочная. Я бы не сказала, что это только черта японок. Вообще женщины. Загадочные существа. Очень загадочные существа.
сейчас я хочу добавить немножечко такого красного ей на губы. Сделать ей такую помаду слегка. Подкрасить ей губы. У меня от лампы очень отсвечивает, поэтому я не вижу. Чуть-чуть добавим такого красного в щеки и в глаза. На веки. Да? Такая вот цветущая сакура. Цветущая сакура. Знаете, я, наверное, не буду вообще ей делать как-то одежды, может быть, прям так оставлю. Такая вот получается Мицука. И сзади очень здорово видеть. Видите? Она так подмигивает с другой стороны. Очень интересный эффект. Честно говоря, это мой второй уже. Вторая моя попытка разрисовать этот флакон. Первая попытка не увенчалась успехом. Добавлю немного голубого. Первая попытка не увенчалась успехом, к сожалению. Я первый раз, когда писала, решила использовать только масляные краски, не рассчитала их мощь, скажем так, их такой консистенцию очень тяжелую. Получился очень тяжелый эффект. В этот раз, видите, я масло буду добавлять совсем немножко. Пишу очень тоненькими кисточками. Тонкими кисточками. Здесь. Вот масло дает такой какой-то, видите, матовый оттенок. Оставлю, наверное, как есть. Так. Оставлю как есть. Будет такая Мицука. И знаете, я думала белую одежду, а я ей дам немножко таких красных узоров на платье. Знаете, в Японии вот такие кимоно есть с такими красивыми красными. Ну, как звезды, наверное. Давайте я ей немножко сделаю такой узор на ее одежде. Так. Вот такая получилась девушка Мицука. И давайте уже что, размещу название? Или не буду ее никак называть? Или, может быть, название сделать с этой стороны? Давайте я сделаю название вот с другой стороны. Напишу его красивым желтым цветом. Или маркером. Давайте я напишу его сначала маркером, а потом уже... Ну что ж, получилась вот такая девочка, такая вот Мицука. Я стерла то, что мне не понравилось, надпись. И, наверное, напишу заново сейчас. Так вот, буду держать и аккуратно писать. Надеюсь, вам видно. Вот так. Более четко. Более четко, пусть будет именно вот такая надпись маркером. Думаю, больше ее не трогать. Вот такой у меня получился флакон моей прекрасной Мицука в туалетной воде.
Мечтаю о парфюме, мечтаю о Eau de Parfum. Надеюсь, когда-нибудь их приобрести и, ну и дальше любить ее всем сердцем, всей душой. Поздравляю, дорогая Мицука, поздравляю тебя со столетием. Все, на этом все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пока. Так, сниму вам ее вот так вот при обычном свете на фоне моего шкафа. Такая девушка. Сзади надпись. Мне нравится, как просвечивает с другой стороны ее портрет. Давайте сниму еще на фоне окна. Вот так, с одной стороны и с другой стороны. Ну, я довольна результатом. Мне очень нравится.